Между тем, в Люберцах определили победителя голосования за благоустройство территории. Общественный опрос провели в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом местному порталу РИАМа сообщил глава округа Владимир Ружицкий. Из четырех предложенных вариантов наибольшее количество голосов получил Центральный парк Люберец. В 2017-м началась его масштабная реконструкция. А в текущем году эти работы будут продолжены. Напомним, анкеты для общественного опроса выдавались люберчанам во время акций. Они прошли на территории округа 10 и 11 марта вблизи станции «Люберцы-1», торговых центров «Орбита» и «Светофор». Также за благоустройство города можно было проголосовать в день президентских выборов на 35 специальных точках. На каждой из них стояли от 1 до 3 урн. Надо добавить, что проект по формированию комфортной городской среды проводится на территории всей России и рассчитан до 2020 года. Его цель – реализация 400 комплексных проектов территорий по благоустройству. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.